Италии, а 1915 года, 15 года прошлого века, находясь в Варшаве, русский поэт Валерий Брюсов написал следующие строчки. «Да, Польша есть, кто сомневаться может, она жива, как в лучшие века. Пусть ей грозила сильная рука, живой народ, чья сила уничтожит. Да, Польша есть, но все ж не потому, что приняла, как витязь, вызов ратный, что стойко билась в распри необъятной, грозясь врагу славян и своему. Ты есть за тем, что есть твои поэты, что жив твой дух, дух творческих начал, что ты хранишь свой вечный идеал, что ты во мгле упорно теплишь светы, что в музыке, сроднившей племена, ты — страстная, поющая струна». Thank you.
сибирский краковяк Наталья Волкова. И позвольте с особой теплотой представить вам человека, который является, ну, практически мамой для этого ансамбля. И день, и ночь она вместе с нами. Она и языки нам преподает. Она и танцы с нами танцует. Она и песни с нами поет. Елена Иванова, преподаватель польского языка. А теперь еще одну минуту на экран. Одну минуту вашего внимания. Одну минуту. Зарплату увеличили, платили зарплату. В польской валюте не кормили. Зарплату большую просят. Зачем вы скинули с голови, то все заслужили, чекали подложи. И же слепо найлепшего. Вот теперь можно аплодисменты. Ансамбль «Сибирский краковяк» благодарит все технические службы Центра культуры и народного творчества имени Семена Прокопьевича Кадышева. Мы прощаемся.